Всероссийская социально-профилактическая акция «Час пассажира» в Нерюнгринском районе была организована транспортной полицией. О традиционном мероприятии, направленном на повышение правовой грамотности и ответственности пассажира, в нашем следующем сюжете. Каждый пассажир, а также встречающие и провожающие граждане смогли получить ответы на интересующие вопросы, связанные с безопасностью железнодорожных перевозок. Большинство вопросов касалось правил перевозки граждан железнодорожным транспортом, правил поведения на его объектах, ответственности за их нарушения и качества предоставляемых услуг российской железной дорогой. А дети до 5 лет только бесплатно, да, проезд? Безденежный. Проезд безденежный с вами на одной полочке. Если с вами едут двое детей несовершеннолетних до 5 лет, то обязательно на одного покупается детский билет. Для пассажиров ЖД вокзала, помимо акции, всегда предоставлена возможность задать свои вопросы на условиях анонимности. Для этих целей на вокзале установлены ящики для письменных обращений, вопросов и пожеланий. Екатерина Павлова, Аяла Мосов, НВК Саха, Нерюнгри.